Так работает рыбнадзор. Полицейский, камера, микрофон. Она уже задержала две семьи, человек 10 с крабами. Сейчас еще одних проверят, наверное. Все сразу фиксируется, записывается. Ничто никуда не денется. Там Натусенька где-то с детишками играет. Сейчас все лицензии покажут. Just making sure everyone has licenses. No, I know, but why are they filming? Oh, probably going to put it on the news or something tonight. Pierce County Parks is no smoking. Antonio? Закат сегодня красивый. Ты людей, что-то там нехорошо с лицензией. Так Америка защищает свою природу.